батюшка, а в чем сила креста? Сила креста идет от того момента, евангельского момента, когда Господь был распят на кресте ни за что. И это, так сказать, действие распятия Господа на кресте привело к спасению всего рода человеческого. То есть крест являлся на тот момент орудием спасения человеков. Казалось бы, это орудие убийства Римской империи, на котором многие там люди были казнены. Но вот в смысле христианском это орудие убийства Христа через его кровь, через его святость, божественная святость было освящено самим Господом и дано нам как орудие против бесов и против самой смерти, так как крест теперь является символом уже не смерти, а символом жизни. Почему мы его на себе и носим? То есть его сила в божественном освящении Бога человеком, распятым на нем.